Приветствую, друзья, сердечно. Есть точка силы или точка Конфуция, которая, ну, от многих болезней, от многих напряжений снимает стресс, улучшает работу желчного пузыря, там и прочее, прочее, прочее. Очень замечательная точка. Ну, вы можете посмотреть фэн-чи, фэн-чи, точка фэн-чи, там в интернете посмотрите. А как надо делать, подключая по методу ключ? Смотрите как. Берешь вот так вот, кладешь кулачок на вот эту область под затылком. Там находишь такой участочек болевой, такой нажимаешь ломотку. Потом берешь кулак, кладешь вот так, ведешь вниз, вот так вдоль шеи. И говоришь себе обязательно: ай, как хорошо. Это такой самомассаж важный. Ай, как хорошо. Налаживаешь венозный отток крови, в клеточки мозга больше поступает кислорода. Потом голова перестает болеть, страхи проходят, улучшается работа желчного пузыря, печени. И вообще вы начинаете чувствовать себя лучше. 2-3 раза в день по 10-15 секунд справа и слева. Соединяя вот этот самый массаж с этой фразой «Ай, как хорошо!», вы соединяете усилия, которые вы делаете, с ощущением «Ай, как хорошо!», с этим ощущением. Это важное соединение со словами «Ай, хорошо!», вот это сам массаж. Да, и вы тогда начинаете получать необыкновенный эффект. Ну, просто потрясающий эффект. Потому что это очень важно и для организма, и для психики, и для прояснения сознания. Вы выходите из стресса, начинаете лучше соображать и решать проблемы, которые раньше решить не могли. До встречи, друзья.